Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетном зимнем балансире от компании Fisherman. Моделька называется Ладога, идет он под номером 225, весит 14 грамм и расцветка в данном случае HP. Поставляется приманочка в такой вот довольно бюджетной упаковочке, что в конечном итоге влияет на стоимость данной приманки, ну, в положительную сторону для покупателя. Сам балансир у нас выглядит таким вот образом. Длина тела с учетом хвостового стабилизатора составляет порядка 53 мм. Балансир, условно назовем, довольно-таки упитанный. Имеет, если смотреть со стороны головной части, ну, такой ближе к ромбовидной форме тела. Как можно видеть, сверху имеется головная часть, затем идет сужение, затем расширение брюшка идет и сужение ближе к хвостовой части. Балансир не имеет каких-либо детализаций здесь особо, нанесены глазки краской здесь, окрас провоцирующий, оранжевая спина, белый бок, кислотно-зелено-желтое брюшко и поперечные черные полосы. Балансир оснащен двумя одинарными крючками в головной и в хвостовой части. Крючки очень мощные, из толстой проволоки. Здесь все нареканий не вызывает. Снизу имеется проволочная такая вот петелечка, посредством которой установлен тройной крючок. Крючок у нас идет довольно острый, с каплей на борту. Капля, ну, в виде светофора, зелено-желтый, красный оттенок имеет, ну, окрас. И снизу такая белая точечка. Балансир оснащен также хвостовым стабилизатором, изготовленным из прозрачного пластика. Стабилизатор здесь пролит клеевым составом. Все, в принципе, визуально довольно-таки неплохо сделано. Балансирчик, в общем и целом, в данной ценовой категории довольно-таки неплохо изготовлен. Подойдет в данной размерности для ловли судака некрупного, соответственно, некрупной средней щучки и среднекрупного окуня. Данную приманочку можно применять не только зимой, но и в летний период, например, при отвесной ловле с лодки. Приманочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под данным видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.